Уважаемые жители Саратовской области, предприниматели всех форм собственности, те решения, которые приняты на уровне правительства области, связанные с выдачей пропусков, связаны с той ситуацией, в которой мы находимся. Это сделано ради того, чтобы минимизировать количество людей, которые на сегодняшний день находятся на наших улицах, для того, чтобы минимизировать вопросы распространения коронавирусной инфекции на территории города Саратова и городов Саратовской области. Я обращаюсь к нашим администрациям муниципальных образований, муниципальных районов с предложением, с учетом образовавшихся очередей по выдаче пропусков, изменить схему выдачи пропусков, сегодня получить документы, обработать их за текущую время до завтрашнего дня и завтра, составив график, развести потоки получения пропусков для наших предпринимателей, чтобы в один час не собирались все. Я прошу на местах принять такие решения.